Снижение курса рубля объясняется выплатой внешних долгов и слишком высоким для Центрального банка обменным курсом. Влияние оказывают и массовые выплаты из бюджета внутри страны, часть которых в валюте. По мнению экс-министра Кудрина, Россия входит в эпоху сильного доллара и низких цен на нефть. Снижение курса рубля – одна из мер антикризисного плана правительства, выполнение которого жестко раскритиковала Счетная палата, признав отдельные ее меры бесполезными, а некоторые – вредными. По данным Счетной палаты, с января по сентябрь правительство должно было выполнить 87 пунктов, из них выполнено полностью 1 пункт, частично 5. К примеру, на стимуляцию мелкого бизнеса должно быть выделено 12,3 миллиарда рублей, но к концу октября регионы получили всего 1,5 миллиарда. Альтернативой снижению курса рубля предлагается введение фиксированного курса валют с ограничением их хождения на территории России и запретом сбережения в них. Данную программу предлагает советник президента Путина Глазьев. В противном случае, считает Глазьев, экономику страны ждет гиперинфляция и шоковая терапия. Также серьезное влияние на ситуацию оказывает неспособность стран ОПЕК выполнить алжирские решения о сокращении добычи нефти, а также низкая покупательская способность стремительно беднеющего населения России.